А чё, забыл поснимать, как всегда. Короче, закончил я трубу полностью. Как всегда, сейчас вот тут вот ляпс, видеоряд. Тык-тык-тыкс, смотрим. Такс, приехала мне очень одна интересная вещь. Я даже убираться не буду, нигде ничего. Сейчас сразу же будем ее распаковывать. Та-дам! Капец, она легкая. Окошко, конечно, надо будет а-та-та ему сделать, но так-то алюминька 70-ка, вот точнее 80, даже не 70-ка, даже больше. Такой поршень, кстати, интересный, кстати, поршень, внезапно я таких даже не видел, с таким окошком интересным. Ха. Наско какой-то поршень. Так, что тут еще есть? Головешка такая. Кстати, голова такая тяжелая. Опа, 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 опа. Блин, не могу разобрать, что это. Анохия. Бля, ну хуй знает. Что-то там, короче, чья-то подпись, типа. Вот. Так, что тут еще у нас есть? Прокладочка такая. 5 джиосфера. Размер 48,5, чтобы вы понимали. 48,5. То есть это 80-ка полноценная. В том, что смотрите, внимание, сколько тут еще места до шпилек. Как бы. И гильза, кстати, не такая тонкая, как это на этих... Бывает очень часто на, вы скажите, я скажу, на мини, когда там 70-ка, уже точный там третий ремонт, например, там стенки почти не остается уже. Здесь очень такая достаточно плотная еще стенка есть, при том, что 48,5. Давайте померим, сколько там стенка осталось. Как-то где-то можно померить, так чтобы плюс-минус честно получилось. Нормально, еще 1,7 стенка, но это прям хорошо. Ну, плюс там Мухайл, пусть врет он немножко там. Пусть 1,5 стенка, но все равно, как бы... Блин, она вообще ничего не весит, она очень легкая. Очень-очень легкая. Единственный момент, что у меня нет, короче, колец. Вот, мне надо будет найти кольца. Но это вопрос решаемый. Я думаю, что я отправлю ткачуку. И ткачук мне все нарешает. Вот. Такая поршневая. Очень, кстати, похожа на... какую-то МК-шку. Очень-очень. Понятно, что выхлоп можно будет подраспилить. Туда, сюда, чуть-чуть. Туда, сюда, везде еще сделал распил. Кстати, мысль моя в том, что я вот эту поршневую я сделаю запил. Я померяю все фазы, которые у меня получатся потом. И я под фазы себе сделаю трубу. То есть я не буду использовать какую-то там конкретную уже трубу. Я себе сделаю сам. Посмотрим, что с этого получится. Вот, там есть очень много способов, как делать эти самые трубы. Вот, собственно говоря, почему нет? Надо попробовать. Я думаю, что это будет очень интересно. Блин, ну прикольная, блин, поршневая. Вообще, вообще легенькая-легенькая, не косильчик. Кайф. Просто кайф. Мне нравится. Вот. Bring, 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 bring
Так, что у нас тут сегодня? Я думаю, все понятно, без комментариев. Сейчас будем это чинить. Вот. Так, короче, разрезал трубу. Что вам сказать? Капец тут нагара. Просто. Это я вон уже этим палочкой потеребонькал его, но... То есть... Но она полностью вся такая, она, ну, вот если вот так сделать. Пиздец. Просто момент в том, что даже если я сейчас, ну, я буду сейчас ее варить, вот эта вся хуйня начнет загораться, будет мне вонять прямо в лицо. Короче, я думаю, что с этого дня, пацаны, все трубы, которые будут ехать ко мне на ремонт, если делаются сварочные работы... Все трубы будут сначала чиститься, то есть будет обязательно теперь, блядь, услуга входить в работу, что я сначала выпаливаю трубу, а потом уже с ней работаю. Потому что я, ну, блядь, сидеть, дышать этой хуйней, я не знаю, как бы, ну, это гонило, смотри. Это я вот нашкрябал вот тут, вот просто вот маленький кусочек. Хуеть. Пиздец. Ой, на каком масле надо было ездить, блядь.